Всем привет, друзья! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. Не так давно мы с моей женой Татьяной сделали выпуск, где мы проехались по нескольким маякам, про них рассказали. Вот, и этот выпуск, спасибо всем большое. Вам это понравилось, нам это понравилось, и мы решили не откладывать продолжение серии про маяков в долгий ящик и съездить и зацепить еще несколько и показать их вам. Вообще сегодня спонтанная поездка, то есть вот еще пару часов назад я думал, что будем пылесосить дома, там что-то мыть, убирать, и никуда не собирались, потому что ночью шел дождь, все было как-то так непонятно, ну думали, что куда-то поедем, но куда не планировали. Но снять вторую часть по маякам мы хотели, но точно вот даты мы никакой для поездки не назначали, и сегодня так вот хоп, спонтанно, а поехали. Вообще собирались на Кинбурн, хотели... чтобы не париться своим ходом, искать там всякие катера, ракеты, с кем-то вписываться. Хотели с турагентством просто поехать. Есть у нас такие знакомые, которые просто привозят тебя на место, сами договариваются с катерами, привозят туда, оттуда назад, в Николаев доставляют, и не надо ни о чем париться. Вот. Но группа не набралась, опять же, скорее всего, из-за погоды, потому что непонятно было, что будет сегодня. Вот. И оставили нас без праздника, так сказать. Ну а когда тебя оставляют без праздника, а впереди день выходной, вот, все-таки лето, столько всего красивого, какие красивые облака, как все прекрасно. И разве можно сидеть дома в такую погоду? Гуси хотят отжать нашу тачку. Гуси, это наша тачка. Когда в прошлый раз ездили, маяки как-то найти было проще. Они, во-первых, и покрашены по-другому, да, там белые с красным. Вот. Ну и выглядят как маяки. Собственно, едешь, о, маяк. А со створными знаками этими немножко посложнее, потому что сначала его проезжаешь, а потом такой, блин, что-то было похоже. Возвращаешься, о, точно.
Вот, но вот этот мы сейчас нашли сразу, потому что забор и знак висит. А так, ну, что похоже на какие-то башенки. Долго мы его искали, а он оказался внизу, надо было спуститься. А мы ездили вот там вот поверху. Вот. И видно, не видно вообще. То есть пока вот сюда вот не заглянули, так бы и не увидели. А красивый. Просто вместе интересным стоит. Сзади вообще такое чудо. Вот тут, смотрите, как кайфово. Вообще такие, блин. А еще местная сказала с того маяка как раз. Типа там говорит скалы. Мы еще думаем, что за скалы. А тут вот обрывы какие. Классно. Ну, стой. Да, стой. Сейчас все, обоев, пожалуйста, обоев. Просит гладить? Ага, все. Ну, знак то указательный. Он тільки там, видишь, вот десь, вот доски, ага. Там чорний і білий. О, вони зводять їх, створюють і туди йде. А цей світить. Вночі, а указательні вони не світять. Ми тільки зимою, коли льод, туди привозимо фонарі і батарейки, туди вони світять. А так вони просто указательні. А це центральні, це який вход йде в Ніколаїв на Херсон. Показує. Це вход з моря в ліман. Передні, задні і середні. Прибыли к месту назначения.